Так, ну что, будем нашу красавицу пластифицировать, да? Слово страшное какое. Ага. Вот и разносим. Его хватает абсолютно на все процедуры, даже если вы по большому теннисному будете выдавливать, его все равно хватит на все. Где-то, если толще у вас слой получился, вот изначально маски этой, да, мы можем снять первый пласт, если все равно там еще вот внизу осталось, мы еще чуть-чуть пластификатора наносим и все, без проблем. Это все вот такими кусочками начинаем снимать. Какие у вас ощущения, пациент? Какие ощущения? Поспать не дали. Нет, вы знаете, как будто легче, что ли, стала кожа. Вот как-то, не знаю, как это описать. Дышать начала, да? Да, да, да. Легкость, свежесть. И никакой стянутости, да, ничего нету при этом. Так, наносим следующую плацентарную сыворотку. Три клика. Сейчас Ольга поднимется, вы воочию на нее посмотрите еще наш микрофон несколько искажает. И сейчас завершающий этап. Это два клика, смотрите, вот совсем чуть-чуть, но разносится замечательно. Органик гидрогель, завершающая. Это закрывающая сыворотка, она у нас будет создавать защитный барьер от потери испарения всего, что мы внесли в кожу. И смотрите, на глазках четкая граница, да? Где я нанесла, посмотрите. Где я нанесла и где я не наносила. Вот. Собственно говоря, все.